Всем привет, с вами я, Лисон Сучков, и сегодня, как вы видите, я открываю кейсы на сайте Nubass Case. Как вы знаете про Nubass сервер, там есть серверы, а также там есть ссылочка на этот сайт, то есть Nubass Cases для CSGO. Итак, выбираем себе, сейчас подождите, вот так, выбираем себе вот эту вот, любой, короче, нож. Так, вот это меня прикалывает очень. Так, ладно, давайте выбьем один из этих ножей. Ножей, конечно, очень мало, но все равно. Ладно, давайте откроем уже кейс. Он стоит 5999 рублей. И мы откроем сегодня 10 кейсов этой, в общем, штуки. Итак, открыть кейс. Нажимаем. Так, у нас теперь открывается кейс. Пока что. Так, и выпадает нам... Давай! Yes! Да! Супер! Это складной нож. Ну, ладно. Давайте еще раз. Так, осталось 9 раз нам открыть кейс. Давайте открываем. Еще. Открываем. Открываем. Так. Открываем. Да, это как бы очень... круто. Так, ну ладно, давайте еще раз. Так, ладно, 8 кейсов осталось. Так, вот теперь уже 7. Так, выпадает керамбит. Да, так, осталось 7 кейсов, 6 кейсов осталось. Так, пока что я выигрываю как бы. Так. Почти. Ну ладно. Так, осталось у нас 5 кейсов, которые мы сейчас откроем. Так, у меня еще вроде есть на счету. Все еще. Ладно. Так. Ну, чуть-чуть не долетело. Ладно. Так, еще раз. Осталось 4 кейса на открывание. Так. И нам выпадает, ну, не так уж и крутой нож, ну ладно. Так, у нас осталось 3 кейса где-то, потому что я не знаю, у меня, я рассчитал еще на 10 кейсов, но что-то мне сегодня и везет, и не везет. Как бы, ну, наверное, больше везет. Конечно, вот такой вот нож, конечно, это очень круто. Осталось 2 кейса нам открыть. Сейчас открываем этот кейс. Остается 2. Так, о, супер вообще. Ладно, осталось 2 кейса нам открыть. 2. Теперь 1 кейс нам остался открыть. 1. То есть последний сейчас будет. Так. И выпадает. Ну, чуть-чуть не долетело. Ну ладно. Так, вот последний кейс у меня осталось. Чуть-чуть вообще. Ну ладно, давайте открываем и все, надо заканчивать видео. Так, последний кейс. Потому что у меня реально сейчас только 5000 осталось. Из 7. Сколько было у меня. И выполни такой уж крутой керамбит. Ну ладно. Все. Я как бы окупил кейсы. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был я, Лесон Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Nubass, подписывайтесь на меня ВКонтакте, vk.com, id 53 55 44 63. Ну и что же я могу еще сказать? Открывайте кейсы на моем сайте Nubass Cases для CSGO. И всем пока!